Пятикратный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов в основном владеет приемами тачивазы, но у него есть один очень эффективный и решающий прием в невазе – партер. Удыгатами, или замок руки, выполняется Денисовым из положения стоя. Он научился этому приему у своего бывшего тренера, легенды российского дзюдо в тяжелом весе Тамерлана Тменова. Денисов использует удыгатами в ситуации левый против левого, а также против соперника, который держит высокий захват за отворот или воротник куртки кимоно. После проведенного коуча Гарри, он сразу переходит на руку, не давая сопернику шанса укрыться в защитной позиции неваза парты. Затем идет давление на локоть и контроль. Из своего излюбленного захвата за рукав и воротник Денисов переводит уки неваза, используя коуча Гарри. Затем он плотно прижимает левую руку к телу, используя обе руки, и сводит голову и плечо вместе, чтобы захватить руку. Денисов поднимается вверх, оказывая давление на локоть. Это делается для того, чтобы не дать уки согнуть руку и вырваться из захвата. Смотрите полное видео на Superstar Judo.